Всем привет! Меня зовут Татьяна. Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом метод наколки блузки в стиле висе. На что хочу обратить ваше внимание? Это на долевую нить. Долевая нить на манекене у нас посередине. И вспомогательные линии – это линия баланса на манекене. По полочке и по спинке. Заранее у меня уже заготовлены детальки по модели, где я уже отметила долевую нить. Это у меня заранее заготовлены верхняя часть переда, чашечки и нижняя часть переда. Также по спинке заготовка верхняя часть и нижняя часть по модели, по задуманной модели.
видите, вот такой результат получился. Вот она, изделие. Ориентировалась я на долевую нить для того, чтобы не терять баланс изделия. Верхнюю часть, центральную часть изделия ориентировала меня посередине манекена. Боковые части изделия ориентир у меня был по балансовой линии. Далее, спинка. У спинки 2 сантиметра отвода. Так как 2 сантиметра отвода, я заранее указываю долевую нить. Нижний, у меня изделие отрезное. Так как изделие отрезное, здесь я не отвожу 2 сантиметра. Накалывается по долевой. Боковая часть по балансовой линии. Вот она, блузочка. Она готова. Лекала готова. Центральная часть переда со сгибом.